Чики-бамбони сегодня содрогнулись в небеса. Само солнышко сколыхнулось. Короче, команда супергероев. Вот они, мстители, которых мы заслужили. В принципе, все. И Людра, и Тиара, блин, Навия, в общем, все есть. Так скажем, Indonesian Idol Team. В общем, будет лайв такое видео, все со съемочек, все в этом духе. Но все такие красивые. То есть, будущее точно есть. О, Навия. О, какие снимки, это же классно. Ну, сразу грусть уже не ощущается, она такая, знаете, пол, что-то такое, не знаю. Приятная эмоция, это все равно есть. О, смотрите. Что-то такое, знаете, вокальный сайфер. В общем, хорошо, хорошо. Они еще будут контактировать некоторые друг с другом. Хорошо. А вот Зива. Красивые наряды. Молодцы. Прям леди, леди. Грейт. Что-то очень приятное в этом есть. Тут нету грусти, но как бы и не супер позитив. Просто что-то такое, что поддерживает, знаете, состояние в какое-то равновесие. То есть полное спокойствие. Знаете, словно, так скажем, стресс словно ушел. И ты вроде от него как бы отрекся, ты можешь спокойно уже думать. Навия, навия. Это еще одно доказательство, да, то, что, ну, взять тот же Indonesian Idol, то, что они реально там дружили, они не показушно дружили, а вот именно это настоящая, так скажем, дружба. Да, может, не супер дружба, но ведь все равно они даже после этого шоу контактируют друг с другом, поют песни. Это круто, это круто. То есть реально дух соперничества был, но при этом уважение тоже оставалось всегда. Видите, вот когда все смотрят с телефона, краски другие совершенно. То есть, где они вместе там поют, там яркость, здесь все равно такое спокойствие видите. Все, разошлись и подарили нам фейерверк из голосов, очень ярких голосов. Каждая девушка обладает, ну, она уникальна по-своему, красиво, и ждет все, как бы только самое хорошее. Посыл просто объединить. И зрители, слушая эту песню, по сути, тоже в каком-то, ну, какой-то степени объединяются. В
Вместе мы сила. Вот так. Она красотка. Она имеет красотку. Птица единства полетела, птица мир, голубь, так скажем, создалась из их хор. О, рифма даже есть. Вот такое вот добренькое видео вышло. С легким, наверное, таким посылом. Ну, я за них рад. Рад. Направо сделал 7, чики, да, бони. Пока-пока. Thank you.